Кто здесь только что сказал, кто говорит о футболе? Кто сказал только что футбол? Кто сказал футбол? Где этот нахал? Я хочу с ней поговорить. Но он сейчас меня не волнует. Мне сейчас волнует совсем другое. Как у наших пойдут дела в будущем сезоне? Я всю жизнь на стадионе, у меня от семечек язва желудка. Ты молодой, ты еще не знаешь, что это такое. Тебе весело живется. Мальчики, девочки, подожди, будет и язва. У тебя все впереди. Но он меня сейчас не волнует. Меня сейчас волнует так у нас. Давно ли я в футболе? А ты посмотри, такой молодой, такой нахальный. А? Сколько тебе лет? 22. Чудный возраст. Мальчики, девочки, танцульки. Так вот, когда твой папа страдал детскими болезнями и лежал пересыпанный тальком, я уже играл за сборную Одессы хавбеком. Закалка до сих пор. Посмотри, здоровый как бы. Посмотри, 75 лет. Тебе никто не дает. 75 лет. Мне 75 лет. Никто не даст. Девочки, не торопитесь. Мне пока 75 лет. Ты мне дашь 75 лет, а? Ты мне дашь 75 лет? Ты мне больше дашь? А ну иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Вайстрюк, давно ли я в футболе? Как мы играли? Какой это был футбол? Как мы играли? Ох, я помню, берешь мяч. Идешь по краю, где свои, где чужие, где стадион. От всех уходишь, на взлет идешь. От земли отрывало. Сейчас футбол, это балет. Это балерины кривоногие. Они полчаса целуются после каждого гола, валяются по полю. Я гол забил, ай-яй-яй. Мы шли грудью, как мы играли. Ох, я помню, игра была с испанцами, какая это была игра. Ух, жара была дикая, я помню, я был в ударе, я помню, я обошел одного, помню, обошел второго, помню, обошел третьего, помню, обошел четвертого, помню, мне дали в глаз, и я уже ничего не помню. Я вскочил, побежал дальше, мне дали в другой глаз, а я бегу. Здоровый ж как бык, бежу, бегу, смотрю, мяч идет сверху, я его принимаю на голову, это кирпич. В пыль! В пыль! Не голова, а кирпич в пыль, что-то смеется. Дал мне 75 лет и смеялся, Байстрюк, а? Давно ли я в футболе? Я был в ударе. Я был сумасшедший игрок, сумасшедший. Я мячом штангу перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую фотоаппарат. Я дыханием убивал. Я шел вперед все в рассыпную. Как я играл? У меня здесь двух ребер нет. Это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть? Нету, откусил гад вратарь. Но они меня все хотели вывести из строя, все. Я кусался, я калечил, играл левой, правой, сухой лист, лавровый лист. Давно ли я в футболе, а? Ой, господи, боже мой, как я играл. Я был самый грязный. Я виртуоз был, но был самый грязный. Я без гола не уходил. Я не уходил без гола. Они заканчивали игру, я забивал гол. Я не мог уйти без гола. Давно ли я в футболе? А на воротах... На воротах стоял мой брат, старший брат. Помню, мы играли с турками. Или это были не турки, но так похоже. Они нас били по ногам, чтобы мы не играли. А мы что делали? Мы прыгали, чтобы они нас не били. Я помню, я взял мяч, пошел вперед. А куда бежать? Сзади же свои. Тут мой брат как крикнет: «Прыгай, Сеня, сзади!» Он так крикнул, что я так прыгнул. Я увидел море, и пароход Крым, и Дерибасовскую. И сломал ногу. Правую ногу сломал, любимую. Иди потрогать, разрешаю. Иди посмотри на мою ногу. Отойди, все. Отойди от ноги, присосал. Отойди от ноги, я тебе сказал. Давно ли я в футболе, он спрашивает. У меня кладос до сих пор. Сумасшедший кладос. Я из 9 тебе пенальти 9 девятку положу. Дайте мне что-нибудь круглое, дайте я ему покажу. Дайте мне что-нибудь, дайте мне тряпку, кусок кирпича. Дайте мне что-нибудь, кружку пива 100 грамм дайте. Дайте я ему покажу сейчас. Я сигареты вышибаю изо рта с 30 метров. Такой кладос. Дай ему сигарету. Возьми сигарету в рот. Отойди на 30 метров. Дай мне кирпич. Дай мне кирпич. Что ты боишься? Я попаду. Что ты боишься? Испугался. 75 лет ты мне не боялся дать, а? Давно ли я в футболе? Когда Одесса впервые выиграла у Киева, у меня родился ребенок. Сколько ему сейчас? Кому? Киеву? А, ребенку. Сейчас я скажу. Я сидел в 15-м ряду, он бил левой ногой в правый угол. Я сейчас скажу. Да, ему сейчас 40 лет, моему сыну. А что Одесса, это Одесса и футбол, это главное. А, когда они выиграли, мне жена прочитала, что в Бразилии кто-то умер на стадионе от разрыва сердца. Я ей сказал, чтобы я уже увидел такую игру, я бы тоже умер спокойно. Чтобы они так играли, как они пьют нашу кровь. Когда они опять почему-то выиграли, у Гроссмана не выдержали нервы. Я забыл, ты же не знаешь Гроссмана. Ты же не знаешь великого одесского болельщика. Когда Котя Фурс обошел Рябова и забил Яшину гол, он вскочил на скамейку и кричал: «Котя, моя семья признала тебя лучшим игроком мира!»
И вот такие слезы, он плакал. Потому что мы играли в футбол, мы не за деньги играли, мы играли в футбол. Ох, эта игра была с англичанами, я опять был в ударе. Они в черном и в полосочку, я помню, я обошел одного, помню, обошел другого, помню, обошел третьего. Этому сделал форточку, он ушел туда, я ушел сюда, он ушел вообще. Ох, как я играл, я подошел к штанге боком, а они меня в штангу, я вывернулся головой. Штанга в дребезге, мяч в воротах, а я в больнице. 32 шва, 32 наложили, иди сосчитай. Если ты до 30 умеешь считать. Давно ли я в футболе? Ты Хижникова видел? Не видел. А Степанова ты помнишь? Не помнишь. А Дубину Двоенкова не знаешь. А Манечку написал книгу 20 лет в офсайте. Ты читал? В Одессе играл единственный глухонемой во всем мире. Единственный в мире глухонемой. Играл, ему ФИФА разрешил играть. Он такой был блестящий игрок. Он каждые 5 минут гол забивал. Ну не слышал свистка. Глухонемой был. А он мне дал 75 лет. Он мне весь день испортил, он мне всю жизнь испортил. Иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Быстрюк.